Пока беременная герцогиня Сассекская ездит по мероприятиям, выполняя обязанности патронессы, ее супруга заподозрили в нарушении данного ей обещания отказаться от алкоголя. Несмотря на свою беременность, Меган Маркл не считает нужным пренебрегать своими королевскими обязанностями и вот уже как пару дней ездит с одного мероприятия на другое одна, без сопровождения своего благоверного. Больше по теме: Меган Маркл заставила принца Гарри бросить 5 любимых привычек с начала отношений с возлюбленной. Внук британской королевы перестал выпивать, охотиться и приобщился к здоровому образу жизни. Такое положение вещей, по всей видимости, не очень радует принца Гарри, и чтобы развеяться, он отправился в паб, где его тут же и заприметили досужие папарацци. Его высочество находился в баре в гордом одиночестве, если, конечно, не принимать во внимание толпу телохранителей. Некоторые из интернет-сплетников тут же предположили, что внук Елизаветы II нарушил данное своей суженой слово отказаться от алкогольных напитков. Однако это оказалось не так. Принц Гарри приехал в свой любимый лондонский паб The St. Sand, которым владеет его крестный отец. Поэтому в его визите в заведении нет ничего удивительного. Более того, в период ухаживания за Меган, влюбленные были тут частыми гостями. Ранее сообщалось, что герцог Сассекский отказался от спиртного, чтобы поддержать жену, пока она носит ребенка, и перешел на минеральную воду, пишет AS Magazine.